Итак, мы приехали смотреть на самого большого Будду во Вьетнаме. Пока мы видим его только со спины. Да. Вот оно. Но скоро мы до него дойдем. Его длина составляет... высота составляет 70 метров. 70, блин, метров. И вот. Сейчас 7:30 утра, и мы находимся у Падыги. Пагоды. Пагоды. С замечательным русскоговорящим гидом Линь. Линь, скажите что-нибудь нам. Скажите в камеру, это видео. Камера. Да, скажите просто что-нибудь сюда. Ну вот так вот, да, здравствуйте, привет. Да не стесняйтесь. Это покажите, это как наш... вы по-русски говорите хорошо. Как дела? Как дела у вас? Блин. Это как зовут, а дела хорошо. А, это... Линин. Это Вьетнам Линин, русский, я не знаю, Линин. Ну, хорошо. Хорошо. Это... Град Линин. Хорошо. Вот. Смотрите, как красиво. Это Бисад Линин. Ага. Линин. Вот, вот такого нам дали замечательного русскоговорящего гида, который очень хорошо говорит по-русски. И по-английски он действительно вообще не говорит, но говорит по-русски. Это потрясающий парк с маленькими бонсайчиками и мраморными буддами в нереально большое количество. А сейчас мы идем заходить в храм, как говорит нам Наташа. Падыга. Падыга. Смотрите, какой классный, с кучей драконов, вообще такой как реально красиво. Красив. А внутри-то как сейчас? Внутри сейчас, наверное, будет очень интересно. Это мы можем узнать только, когда зайдем. Обувь надо снять, смотрите-ка. Не холодно, нормально. Нормально, не холодно, ничего. Вон, слышите это? Ну, Будда огроменен, смотрите, какой. Давай снимем наши ноги, что мы раздеваем. Я снимаю. Все, идем. Вот мы видим потрясающий. Больше Будда, смотрите. Вообще супер жирный Будда. Действительно очень жирный. Странно, да? Будда же мало кушает. Он счастливый. Теперь типа счастливый. Счастливый Будда. А счастливый, значит, толстый. Я очень счастливый человек. Так, все, я думаю, пока хватит. Монах.